Лидеры Украины, Франции, Германии и России пути разрешения ситуации на Донбассе могут обсудить уже в ближайшее время. Встречу на Романской четверке уже через несколько недель анонсировал президент Франции в рамках Генассамблеи ООН. По его словам, нормандский формат позволил достичь минских договоренностей. Сегодня следует сделать все, чтобы реализовать эти соглашения. Ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эро допустил встречу нормандской четверки в октябре. Ее успех поставил в зависимость от переговоров об отводе вооружения на Донбассе.